Ru-Florida. Теперь мой новый Инстаграм. Дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет наша прекрасная Юля Ру-Флорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс. Я риэлтор в Центральной Флориде, точнее город Орландо и пригороды. Сегодня нашей целью подобрать моему клиенту из Калифорнии такого типа инвестицию, которая называется Short-Term Vacation Property. То есть он хочет приобрести какой-то объект, который он сможет сдавать туристам. Цена вопроса у нас $260 000 наличкой. Что мы можем сделать, что мы можем найти, что мы можем подобрать именно в таких комьюнити, где сдаваться будет буквально полный год и по очень хорошей цене. Вот мы сейчас пытаемся это найти. Мы уже посмотрели объект номер один, сейчас мы на объекте номер два. Объект номер два – это кондо, который находится, я думаю, в одном из самых популярных комьюнити в Кисими, прямо в сердце парков Диснея, находится прямо напротив этих парков. Очень популярное комьюнити у туристов, заселяемость буквально круглогодичная. Комьюнити называется «Вентура от Виндзор Хиллз». Здесь отличный клабхаус, мы сейчас с Юлей проедем его, посмотрим. Отличный клабхаус, здесь водный парк для детей. Честно говоря, даже внутри этого комьюнити можно провести весь день с семьей, даже не выходя в парке Диснея или парке Universal. Здесь есть много чем можно заняться. Давайте пройдемся по цифрам по кондо. Значит, кондо 3 спальни, 2 ванных. Цена 279 000, что выше нашего бюджета. Но учитывая наличку, я думаю, что поторговаться можно. Кондо продается полностью меблированное, уже готово к работе буквально в тот же день, когда мы закроем, если мы будем покупать, конечно, любой покупатель закроет сделку по покупке и уже может буквально на следующий день получать прибыль с этого кондо, уже может начинать сдавать. Квадратура 1246 square feet, в переводе на квадратные метры 1016. Не очень большое, но, в принципе, достаточно. И три спальни можно очень удобно и очень аккуратно вместить. Мы это посмотрим, когда пройдемся по кондо. Кстати, HOA fee 5700 в год. Мне в уме сейчас не разделить. Но это будет где-то 480 долларов, наверное, в месяц. Что, кстати, получается ниже, чем в том таунхаусе, который мы смотрели первым, понимаешь? Немножко да ниже. Но здесь больше возможностей в зоне бассейна, здесь больше развлечений. И это совершенно находится буквально на земле Диснея. Интересно. Поменьше чуей, налог 2500. Значит, здесь мы на входе уже обратили внимание, что стоит живой охранник, живой, не домофон. Очень часто комьюнити, где есть ворота, там подъезжаешь, нажимаешь кнопочку на домофоне, объясняешь, кто ты и какие твои цели, и они тебя пропускают. Здесь нас, наверное, мариновали минут 5, правильно? Номера машины списывали, мои ID все попросили, визитную карточку. В общем, нас здесь не так легко и впустили, поэтому здесь очень безопасный такой комьюнити, муха не прилетит, так сказать. Что включается в HUA? Естественно, все развлечения клабхауса, как по-русски это сказать? Так и скажем. Все развлечения, бассейн. В этом бассейне мы посмотрим, там очень много интересных, вот типа сделан в стиле водного парка. Здесь даже есть мини-гольф-курс на территории. Но также здесь включен интернет и кабельное ТВ. Что тоже хорошо, тоже стоит денег. Да. Ну что, пойдемте посмотрим. Я надеюсь, я все рассказала, ничего не забыла. Спрашивайте о своих вопросах. Да, но мы еще... Честно говоря, мы сегодня просто несколько объектов смотрим, и уже каша в голове все перемешалась.
В общем, всю информацию мы вам дадим в видео. Так что смотрите, не только слушайте. Может быть, ты что-то допишешь, если мы решим, что я что-то забыла. Мы сейчас спешим на другой объект. Здесь у нас очередь на показы, поэтому нам нужно спешить показать очень, это очень Honda. Быстро. Извините, пожалуйста, это будет очень быстро, потому что народ ждет. Пока мы здесь, пока я даю эту информацию, кто-то уже его смотрит. Мы следующие. Так что пойдемте посмотрим, что мы сейчас найдем. А также скажите, может быть, и правда нужны ролики побыстрее, покороче? Может быть, не надо на полчаса, достаточно 15, максимум 20 минут? Тогда мы будем очень быстро ходить по объектам. Да, да, да. Будем бегать. Ну, слушай, ну вот этот вот у нас реально форму физическую получится. Держать. Да. Ну все, погнали. Хорошо, погнали. Здравствуйте. Проходите. Ага. Добро пожаловать. Так. Так, Юлечка, мы это Honda снимем достаточно быстро, потому что очередь на просмотры. Окей, хорошо. Что тут мы видим? Honda продается полностью меблированная, с той мебелью, которая здесь есть. Так, кухня. Ну, я могу сказать, не первой свежести, мне кажется, ну, да. Мебель, да, и бытовые приборы, бытовая техника. Да, все как бы не первой свежести. Ну, поэтому и цена относительно того Honda не высокая, хотя само комьюнити считается лучше, да, ближе. Само комьюнити просто бомба, честно сказать. Да. Это одно из самых востребованных у туристов. А что тут у нас? О! Так, это первый этаж. Тут у нас, значит, такая небольшая беседочка. Выходит в сторону парка. Ну да. Симпатично. Угу. Тоже, конечно, не скажу, что много света, но для шот-терм это вообще нормальная история, я так понимаю. Так, обеденная зона. Что тут у нас? Наверное, одна спальня. Одна из спален. Ага. Включаемся. Опа. Спальня, кстати, такая не маленькая. Достаточно большая. Мастер-бедрум, я думаю, это. Эта Honda тоже продается с декорациями, с мебелью, с постельным бельем. Совсем, да? Так, что у нас здесь? Ага, гардеробная здесь. В принципе, нормальная. Ванной не хватает. Ванная одной, как бы еще одной раковины, мне кажется, для мастера. Для хозяйской ванной. Ну да, здесь одна такая небольшая. Так вот, туалет. Хотя я не удивлюсь, мы еще не видели две других комнаты, может быть. Там мы еще найдем большую мастер с двумя раковинами. Так. Ну да, кухонка небольшая, отделена немножко. Так, да, это более по такому старому типу. Не открытая планировка. Так. Заходим сюда. Что у нас здесь? Ага, детская. Включаем свет. Вот. Тематическая. Угу. Из истории игрушек. Так, а здесь у нас гардеробная. Стандартная такая. Гардеробная. Так, ну хорошо. Вообще вот эти все Honda здесь, в этом комьюнити, мы их называем по-английски milk cows. То есть они... просто реально безумно популярные у туристов. Их можно очень хорошо сдать. Я тебе скажу, по какой цене за ночь попозже ты напишешь. Да. И окупаемость здесь постоянная. То есть здесь уже расписаны Honda до минимум января. Ух ты, кладовочка. Здесь сейчас живет хозяин сам. Ага. Поэтому мы увидим очень много таких личных вещей. Ну или немного, но увидим. Так, еще. Ух ты, а так смотри, как уютненько, да? Такая угловая, с углом. Получается, та спальня была действительно хозяйской спальней. И две маленькие. Так, здесь у нас еще гардеробная. Тоже такая стандартная. Слушай, это очень уютно.
Не нравится. Так, дальше проходим. Некуда дальше Больше проходить. Некуда дальше идти. Мы посмотрели все. Да, ребята, извините, но да. Просто был... у нас очень мало времени было. Да, быстрый обзор. Быстрый обзор, но это того стоит. Мне было самое интересно вам показать одну из кондо, которая находится в этом комьюнити. На этом мы попрощаемся. Пока. Пока-пока. Конечно, развлечений полно. Посмотрите, да. Какое, в принципе, под крышей, оно полупомещение, оно открытое, но под крышей находится здесь кафе, мини-кафе. Так, нам сюда не Что попасть. Там? Игровая зона, Игровая зона. Для детей. Бильярд. Всякие игровые машины там. Так, вот смотри, теннис маленький. Да, настольный. Здесь так. Вау, полностью здесь людей. Забито. Здесь да. Нам даже было не припарковать возле клабхауса машину. Да, 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 да. Вот посмотрите, как много. Видите, там народа. Аквапарк, нам сейчас не попасть туда, потому что у нас должен быть специальный ключ. Да. И посмотри, за этим бассейном там вот целая зона детская. Да, смотри, да, да. Сколько там детей. Вот это да. Вау. Там даже водные горки. Да. Слушай, ну здесь можно не вылазить, да, отсюда просто? Здесь, честно говоря, можно так даже пропускать день в парке и провести полностью день вот в этой эрии. Вот в этой эрии, да. Что, честно говоря, кажется, народ и делает. Ага. Кстати, там еще есть мини-продовольственный магазин. Все необходимое можно там приобрести. Так, вот тут очередь какая. Даже очередь. Стоит. Ага. Просто курорт курортом, да? Ну да, 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 вообще. Классно. Вот сейчас из игровой зоны вышли. Да, у них просто, я думаю, есть какой-то ключ специальный. Слушай, ну здесь точно выгодно сдавать. Вот что я хочу сказать. Хорошая инвестиция именно здесь. Я разговаривала
со многими property management, менеджерами, да, которые занимаются именно арендой квартир на короткий срок или домов, угу. они сказали, что это просто безумно популярное, да, угу. Надо популярное брать. Место. Надо брать. Ну, хотя бы, может быть, не эта кондо. Но присмотреться, да, присмотреться к этому комьюнити, просто ловить, что выйдет на рынок. Да. Что мне не понравилось именно в этом кондо, я быстренько скажу. Да. Это то, что нужно менять бытовую технику. Конечно, да, да. оно может сразу приносить доход, прибыль. Да. Но по-любому туристы будут обращать внимание за изношенность вот такой как бы это старой правда. Бытовой техники. Да. Возможно, будут оставлять ревью, какие-то комментарии об этом в Фейсбуке, не в Фейсбуке, а на сайтах. Airbnb да? и других да, сайтах. Airbnb. Да, Airbnb. Возможно, я не знаю. Но я бы, если бы я купила эту кондо, я бы поменяла бытовую технику, что еще будет стоить дополнительных расходов. Денег. Да, это дополнительных правда. Денег. Ну, так, кондо симпатичная, красивый вид, кстати. Бывают да. кондо с видом на парковку. Но также бывают кондо с видом на бассейн. Угу. Это тоже интересно, но они будут дороже, да. естественно, стоить. Но комьюнити очень хороший. Вот, очень посмотрите, все забито, просто но это бомбически, правда. Честно угу. говоря. Это вот посмотрите, сколько сейчас туристов. Забит бассейн, забитые игровые и... парковка. А сейчас нет у школьников никаких каникул, причем нет, это все туристы, которые приезжают с севера, да. Просто. На данный момент. Это даже не сезон. Это даже не сезон еще, угу. кстати. Сезон начинается ко Дню Благодарения и продолжается на Рождество. Ага. Ну, есть сезоны, есть не сезоны. Сейчас считается не сезон, и посмотрите, как все занято. Да. Ну что, поехали дальше? На третий объект. На третий объект, да? Угу.